My name is Ryan and I'm 24 years old. I live in Russia in the Moscow region in the small town Fryazino, and I'm a student of the University of Theology, and I'm worked in the kindergarten, and I'm part of people who call themselves objective sexuals, and this is a story about me. Когда меня спрашивают, что мне в нем нравится, я могу ответить то, что я люблю серебро, я очень люблю серебряницу. Я люблю, как отражается солнце на глянцевой поверхности. Мне нравится ощущение, тактильное чувство. 13 августа 2015 году, как я говорила, первый раз его встретила. Ну, со временем вот фотографии некоторые из моей жизни, истории о том, как мы проводим время вместе, если это попадает. Неважно, это я на работе с друзьями или дома, по возможности. Дома, правда, тяжело.